Друзья, всем привет! Нахожусь в холодильнике магазина «Светофор». Большой выбор овощей сегодня. Давайте смотреть. По 29 рублей капуста. Свеженькая, красиво выглядит. Помидоры 70 рублей. Тепличные. Вот эти я брал. Сливки вообще отличные, вкусные. Сейчас еще возьму побольше. Картофель 33,90. Сегодня получше выглядит. Не такой корявый. Так, даже гранаты есть. Тоже один к одному, классно выглядит, 146 рублей. Друзья, давно не сравнивал цены. 146 рублей для гранатов, не знаю, дешево, дорого. Лимоны по 111. Так, идем дальше. Пекинская капуста подешевела еще на несколько рублей, 64 рубля стоит. Такой средний качанчик на 65 рублей. Вполне, я думаю, неплохо. Обойду с другой стороны. Здесь ценники на болгарские перцы. Уже покупал. Только здесь сейчас покупаю. 58 рублей. У нас в среднем дороже в других магазинах. Друзья, вижу классный ценник. Рыбный двор. Форель, филе, кусочки. 120 грамм. 166 рублей. Сейчас рыба везде намного дороже. Хорошо выглядит. Бледная такая. Бледно-оранжевая. Не ярко-красная бывает. Красителей добавлено много. Выглядит неплохо. Соленая пищевая рыбная продукция. Форель радужная, филе кусок, слабосоленая. Изготовитель Фосфорель. Россия, Воронежская область, Воронеж. Хорошие кусочки. Надо брать. И арбузов еще подвезли. В прошлый раз смотрел, были огромные. Сегодня и поменьше, и побольше. Ценник замечательный. 17,60. Отлично. Рядом дыни. Дыни покупал, но были пожелтее. Вкусные. Кстати, ценник тоже неплохой. 32,70. Так, и лучок. Репчатые, вот новые мешочки. 26 рублей. Друзья, идем дальше. Сельдь натуральная с добавлением масла. 0 углеводов. Написано, произведено на Сахалине. Состав: рыба, сельдь тихоокеанская, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, соль пищевая, лист лавровый, перец душистый, специи. Ценник 37 рублей без 10 копеек. А вот это могу посоветовать. Кубаночка лечо по-болгарски. У нас недавно привозят. Красиво выглядит и вкусное вполне. Приблизим состав. Он тут мелкий и блестит. Перец сладкий, пюре томатное и так далее. Нажмите на паузу, почитайте, кого интересует. На экране, я думаю, будет проще прочитать. 103 рубля стоит. Так, а это на перекус без заморочек. Каша перловая с говяжьим фаршем. 338 грамм масса. В составе: крупа перловая, вода питьевая, фарш говяжий, жир говяжий, лук, морковь, соль и перец. И все, отличный состав. Ничего лишнего нет. Открыл, разогрел и ешь, как говорится. Ценник хороший, 49,10. И каша гречневая с говяжьим фаршем. Состав должно быть такой же, только вместо перловки тут гречневая каша. Так и есть. Ну и ценник 49,90. Друзья, вот это мороженое вкусное, но оно с заменителем молочного жира. И черничный наполнитель есть еще. Киви вкус стоит 55 рублей. Друзья, у нас новинки. Семечки подсолнечника очищенные. 100% натуральный продукт. Масса нет, а 500 грамм целых. Огромный пакет чищенных семечек. Это отлично. Срок хороший. Только вот ценник пока не повесили. А рядом арахис жареный, соленый. 7 корев. 101 рубль стоит. Тоже новинка. Тоже большой пакет. Обжаренный с солью. В составе арахис и соль. Больше там, в принципе, ничего и не должно быть. За 250 грамм арахиса ценник хороший вполне.
Всем удачи, до встречи, пока!